Музыкальный перформанс в международном аэропорту имени Невельского устроили артисты Хабаровского театра драмы. Танцевальные сцены из двух исторических спектаклей наблюдали пассажиры утренних рейсов. Зрителям представление понравилось, а вот у актеров эксперимент вне сцены оставил неоднозначное впечатление. Почему? Расскажет Татьяна Репина. Еще минуту назад пассажиры рейсов в Астрахани на Сахалин скучали в ожидании вылета. С первыми звуками музыки достали смартфоны и начали снимать перформанс от артистов Хабаровского театра драмы. Пока посетители на нижних этажах упаковывают багаж и проверяют билеты, граф Муравьев-Амурский, Карл Нисселероды и Геннадий Невельской в парадных мундирах поют и танцуют. Знаково то, что мы находимся в аэропорту имени Невельского, и здесь по сути, оживают реальные персонажи, оживает Невельской, оживает граф Муравьев-Амурский, там их супруги, какие-то отрицательные персонажи, которые тоже в истории, которых тоже в истории достаточно много. Выйти из стен театра в залы аэропорта артистов заставил успешный опыт коллег и тяга к экспериментам. Ради искусства актерам пришлось встать засветло, чтобы успеть к утренним рейсам, где больше пассажиров. Артисты театра опасались, что зрители не поймут постановку. Но и у самих актеров эксперимент в аэропорту оставил вопросы. Я мало в нем вижу смысла. Почему? А зачем он был? Нас же смотрят не только те, которые вот тут сбоку были. Там же внизу тоже какие-то люди. Дай бог им было понятно. Ужасный опыт. Ужасный? Почему ужасный? Расскажите. Ну, непривычно. Ну, потому что актер должен чувствовать аудиторию, зал, зрителя. А здесь, ну, не за что как бы зацепиться, очень трудно. Я вышла, и первое, что я вижу, просто пространство. Зацепить пассажиров артисты смогли. Перформанс повторяли дважды и каждый раз с аншлагом. А главное, театр драмы нашел нового зрителя. Очень замечательно. Вот своим отправлю, они так обрадуются. До этого в театре как бы не был, ну, сейчас посмотрел первый раз, красиво очень. Театр драмы пойдете? Ну, время будет, скажу. Решаться ли на второй такой эксперимент артисты пока не знают. Зато аэропорт ради новых форм готов рассмотреть изменения в планировке. Надеемся, что действительно аэропорт может служить такой социальной площадкой для всех, да, кто хочет выразить себя или кому есть что показать. Ну, я чувствую, нам уже скоро пора будет выделять отдельные площади под гримерки и подготовительные мероприятия. Прямо сейчас в Хабаровском аэропорту проходит две выставки от арт-серватории и музея имени Градекова. Татьяна Репина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».